Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Героиш. Так, у нас пятый уровень. Здесь, ну, я вижу тут летучие мыши пятого уровня. Это наша имперская столица. А вот почему меня сюда не пускают? Видимо, нужен какой-то ключ, скорее всего. Тут у нас все горит. Так, смотри-ка, сундук. 1000 монет. Давай-ка вот, вот этих скелетов мы с тобой попробуем завалить. Они 4 уровня. Орда скелетов. Я думаю, никаких проблем у нас, в принципе, не должно возникнуть. Ага. О, похоже, мы разворошили осиное гнездо, Аякс. Готовься прихлопнуть этих насекомых. Нам нужно выстоять против этих вражеских волн. Аякс прям рвется в бой, я смотрю. Так, ну что, вызываем копейщика, рыцаря, мага. Угу. Так, давай. Лучника позовем. Так, а это еще что там за пугало летит? Давай, 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 давай. Блин, песика моего подбили, да? Давай-ка как-нибудь без этих фокусов, парнишка. Так, база. Вот ее бы сейчас, конечно, надо бы взорвать. Вот эту башню. Давай, вызовем бомбардира. Слушай, а что-то так... Не очень-то легко, я тебе скажу. Вообще нелегко. Блин, вот эта фигня, она же, по-моему, вселяется, да? Да, она вселяется наших юнитов. Блин, что бы тут сделать-то, а? Может быть, магов призвать? Маг! Не подходи ты слишком близко так к ней. Блин, по-моему, я тут проиграю. Может, подорвать их? Ну, он не успел. Он тупо не успел, друзья. Давай, 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 давай. Это кто там еще? Что за каракатица прыгает? Ну, есть. Фу, мы сделали это, Аякс. Враг отступает. Вернемся к приключениям. Блин, я думал, честно говоря, что не смогу все-таки их победить. Но, видишь, все отлично получилось. Так, сейчас мы с тобой получим опыт. Так, награды, деньги. Так, 5-й уровень. Может быть, нам прокачаться маленечко? Что скажешь? Давай-ка улучшим нашего мага. И, наверное, прокачаем нам бомбардира. Ну, плюс еще... Плюс еще Аякса. Вот так вот. Ну что, я готов. Давай-ка, наверное, тыквенные фермы попробуем захватить. Ох, ё-моё. А тут прям как на Хэллоуин. Помогите, рыцарь Джек портит мои драгоценные тыквы. Так и есть. Рыцарь Джек, это и есть, ребята, на Хэллоуин. Так, а что вот это у нас за рычаг такой? Непонятный. Ну? А он что, побежал? Нет, рыцарь Джек продолжает портить тыквы. Быстрее, фермеры, подготовьте повозки к зажигательному дебюту. Я подам вам сигнал с помощью рычагов. Поджигайте по команде. У тебя получится, Вега. Дальше мы исправимся.
Покажем этим проклятым, что бывает, если покуситься на твои тыквы. Так. Слушай-ка, что-то у нас тут не совсем хорошо клеится все. Так, давай-ка я вниз пойду. Магистр кислых щей, ты где? Куда же ты пошел, маг? Так, Джека надо преследовать. Давай, эту башню уничтожим. А где мой маг? А, вон он идет. Есть. Как ты достал-то, а? Ха-ха-ха. Так, ну мне кажется, Джек здесь не один будет. Давай, рыцари, выходите на помощь. Есть. Еще одного мага позову. Классно. Так, а вот и кристалл. Пришел конец проклятой тыквенной грядки. Ты спасла Лас-Вега, это будет лучший урожай на свете. Надеюсь на это. Слушай, ну действительно, мы справились, все отлично. Ох, мы с тобой получили 6-й уровень. Ухо, это что такое? Это конница будет доступна или что это такое? Так, смотри, здесь еще один есть. Да не один, тут очень много деревень всяких. Давай, подожди-ка. Что же это такое, сведения? Ох. Верховный страж, который атакует с разбега и топчет большие группы врагов, после гибели превращается в обычного стража. Слушай, нам надо взять. Нам надо взять. И знаешь, вместо кого нам надо взять? Так, картов уберем. У нас очень много дублей. Поэтому уберу, наверное, вот этого. Убрать. А вот этого добавим, но нам бы его прокачать еще не помешало бы. Да и крестьян тоже нужно прокачивать. Так, ну что, мы справимся вот с этими вот, с проклятой ордой. Ну, с ордой, думаю, должны справиться. Хотя скелеты, твою налево, отвратительно. Это гадкое место кишит вредителями. Давай-ка быстренько приберемся, у нас не почасовая плата. Нам нужно выстоять против этих вражеских волн. Я ненавижу этих магов, именно. Попробуем. Ага. Получается. Так, здесь разобрались. Так, у нас будет огненный маг еще. Давай-ка. Взорвите, пожалуйста, эту башню. Ты слишком долго едешь, мужичок. Куда он побежал-то? К следующей башне, что ли? Маг. У нас два мага уже получается. Нормально. Ну это прикольно. Так, рыцарь, выходи. Рыцарь, лучница, пускай будет. Угу. Так, попробуем сделать вот таким образом.
Давай, 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 разбираем. О, там две башни стоит. Надвигается опасная волна, говорят. Ого, ты посмотри. Это кто такие? Я таких первый раз вижу вообще. Ребят, это что за демоны? Давай, 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 попробуем пробить. Есть. Отличная работа, приятель. Мы с тобой непобедимые чистильщики. Давай вибрации из этого жуткого места. Ну что ж, давай выбираться из этого жуткого места. Я лично не против. Но главное, чтобы мы победили. Так, награда. А это кто? Это новый кто-то у нас? Или не новые? Так, еще 650 монет. Дай-ка я, наверное, прокачаюсь все-таки. Подожди, это... А, это новинка. Кто же это такой? Воин ближнего боя. Получает усиление урона и восстановление здоровья, когда у него есть броня. А у него что, может брони и не быть, что ли? Пока непонятно, ладно. Я предлагаю, знаете, что сделать? Вот, 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 вот. Нам же нужно прокачать имперца. Фига у него атака, ты посмотри. Атака просто на глазах растет. И, помимо этого, я хотел колоду заменить. Так, уберем, наверное, что тут лучше убрать-то. Но я думаю, что крестьянина, наверное, уже не понадобится. А вот этого я добавлю. Угу. И, наверное, я все-таки уберу вот это вот. И добавлю, наверное, мага, что ли, взять. А скажи-ка мне одно, почему у меня здесь маг находится 5 уровня, а 6 у меня отдыхает? Это непорядок. Ну, даже не знаю. Ну неужели, давай, наверное, возьмем. Вот, нет, эти мечники как-то. Давай я возьму копейщика. 2 копейщика у нас будет. Готово. Так, что у нас тут? Ходят слухи, что Ванда отправилась в королевскую гробницу. Далеко на юге от столицы. Там поселилось жуткое чудовище. Возможно, но я хочу вот сюда зайти. Черный погост. Ого. Какие прелестные могилы, полные прелестных косточек. Присцилла, мне казалось, я велела тебе держаться подальше от имперских земель. Мосты и границы меня не остановят. Восстань, мое войско, восстань! Это получается как некроманша, да? Присцилла, мы должны закрыть эти порталы, иначе мы можем навсегда тут остаться. Угу, вот она, значит. Что делает эта Присцилла? Ну что, пойдем. Эй-эй-эй-эй! Маги, маги, маги! Да выпендривалась. Так, нам надо что сделать? Закрыть порталы, да? Ох, ядрен, матрен. Фига рыцарь дает. Вот это жесть. Так, быстро выходим. Воу-воу-воу-воу-воу. Это что за беспредел? Блин, она тут уже. Да подожди, я не понял. А мы что должны? Мы же уничтожили портал. Да. Стоп. Мне показалось ли, что-то внизу здесь было? Нет там ничего.
Так, гробница повреждена. Эй-э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 й! Она что, за мной бежит? На этот раз мы не смогли защитить наш камень душ, Аякс. Ё-моё! Она успела меня перехитрить и уничтожила наш камень душ? Вы серьезно? А я что-то даже об этом не подумал, что она может туда прийти. Так, ну это мы пропустим, потому что здесь уже видели эту заставку. Так, надо быть впредь аккуратнее, ребята. Надо быть впредь аккуратнее. Наверное, скорее всего, откуда-то отсюда. Хотя я даже не знаю. Так, а почему я не могу уничтожить? Эй! Блин, он не получается. А, нет, все, все, пробили. Так, давай быстренько. Вот она. Вот она, это чувырла. Присцилла это. Готово. Так, у нас там опасность. Ну да. Вот они всей ордой ко мне сюда идут. Ладно. Смотри, как эти быстро метают. Блин, мне не нравится вот это все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черный погост может снова спать спокойно. Мы разбили Присциллу. Наши пути снова пересеклись, Вега, как всегда. А как мы на этот раз выиграли, я не понял, нифига. Пока я там внизу разбирался, наверху, видимо, у нас основная армия, которая била башню, пошла и успела вальнуть кристалл. Так, а у нас, по ходу дела, ребят, открывается новый юнит. Сведения. Это выносливый воин ближнего боя. Периодически создает священную землю. Союзники в области действия получают восстановление брони и бонус к урону. Слушай, ну это шикарно. Я даже знаю, вместо кого я, наверное, его поставлю. Вместо одного из копейщиков. Одного из копейщиков. Так, давай-ка улучшим. Сколько он там стоит по прокачке? Ну, слушай, у него очень офигенная броня, я тебе скажу. Атака не очень мощная, но броня... У-ху-ху. Я думаю, никому не поздоровится. Так, убираем тогда вот этого. А ставим... Где он у нас? Вот он, добавить. Ну что, давай-ка попробуем, наверное, вот этих демонов, которые тут летают. Демоны-захватчики. Нифига тут у них. Оу, похоже, мы разворошили осиное гнездо, Аякс. Давай-ка мы их прихлопнем. Давно пора их тут прихлопнуть, если честно. Вот этот чувак мне нравится с броней. Просто мощнявый. На! Посмотри, сколько он урона наносит. Колоссально. Опа, опа, опа. Аякс, помогай. Святая земля, да? Да мы эту башню сейчас разнесем в пух и прах. Давай, 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 лупи. Блин. Нет, не вселяйся. Блин, она в рыцаря вселилась. Вот это плохо. Вот это хорошо. Давай, рыцарь, иди. Прекрасно. Так, я вот с удовольствием бы сейчас применил вот эту вот заклинашку, если честно. Давай. Опа, 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 опа. Маг, выходи. Да мы разнесем их. Тут, так, 12 волн.
Да у них шансов нету на победу вообще. Надвигается опасная волна. Что за опасная волна? А, помню. Но все равно без шансов. На тебе. Так, а по этим только стрелки могут попадать, да? Все. Мы сделали это, Аякс. Враг отступает. Вернемся к приключениям. Но я считаю, что это было круто, на самом деле. Мы подбили эту орду демонов. Вау, мы еще и уровень получаем. 7-й уровень. Так, мне надо найти, может быть, вот этот замок. Форт Александра. А я его не могу почему-то, ребят, захватить. Не знаю почему. Уиллстоун. А вот Уиллстоун я, пожалуй, попробую, ребят, взять. Ого. Ну, смотри-ка, Аякс, остатки проклятых пытаются захватить город. Ну что, поехали. Так, вызовем мага. Блин, они крепкие тут. Вот эти вот бронявые очень крепкие. Да, конница, отлично. Дай-ка я этого вызову с топором, имперца. Ну куда ты бежишь-то, ну? Просто щитом чувачка. Блин, он крутой. Так, стоп, что? О, помню я этих. Блин. Это взорвался этот, да, зомби? Надвигается опасная волна. Так, знаешь, что мы сейчас сделаем? Попробую накопить. Е! Бомби по ним. Хорошо. Стоим до последнего, ребят. Так, маг нужен. Еще один маг. Блин, какая пакость вот это вот. Вот этот демон. Да уходи ты, господи, что ты там. Ребят, по-моему, нам здесь не одолеть. Посмотри. Не получится, наверное. Я вот могу так. Там, по-моему, кто-то призывает очень много демонов. Или броню им стакать. Что-то в этом роде. И еще происходит. Какое-то проклятие на нас висит. Это невозможно их здесь порвать. Ты посмотри, какую там армию наклепал уже. Не-не-не-не-не, друзья. Это не вариант вообще. Побеждено 3 волны из 4. Вы серьезно? Да ну! Да это нереально. Ты посмотри, что творят. Сейчас и кристалл уничтожит мне. Да нет, какое тут возрождение? Тут просто кристалл сейчас в хлам. Офигеть. Ну, вот такого я, конечно, не ожидал. Значит, рановато мне еще брать этот Уиллстоун. Рановато. Значит, здесь мы по ГОСТ освободили. Слушай, ну он говорил на юге. Далеко на юге. Вот у нас задание-то основное. Вот, королевская гробница. Давай посмотрим. Помогите, мертвые лезут из могил.
призрачная бестия обыграла нас. Она всегда на шаг впереди. Так, бестия, значит, да? Рыцари пошли почему-то сюда. Что это такое еще? Оу-оу-оу. Так, маг. А, тут шипы. Зашибись, тут еще какие-то лапы, блин. Нифига тут. Это что за демон? Здоровый такой. Ну, давай, 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 бомби. Так, подкрепление пришло, погнали дальше. Тут наверх можно, куда-то вниз. Сундуки. Это что еще такое? А, это наша святая земля. Сейчас этого громилу попробуем завалить. Еще один сундук. А, ну это просто мы получили бонус. Понял. Двигаемся тогда дальше. Так, опять этот громозека идет. Да он сосунок. Готов. Ой-ой-ой, готов, ага. А вот это что за кристаллы? Непонятно. А, это мы активируем их. И есть тут кто? Королева Александра? Королева Ванда звучит гораздо лучше. Королева Александра пленила Мардука много лет назад. И я не позволю тебе повторить ее преступление. Катапульта? Откуда у меня катапульта взялась? Смотри, чувак с катапультой. Хе-хе-хе. Прикольно. А вон мое подкрепление ползет. Вот она, это. Это король или королева, я не пойму пока. Ну, есть. Ну что ты на этот раз скажешь? А, вот она. Смылась. Ай, моя голова. Это была Ванда? А, так они знакомы. Да, Мардук вернулся, и мы должны остановить его шоу. Хорошо, избавлю вас от предыстории. Если хотите остановить Мардука, вам понадобится и моя скрипка, и помощь зверей. Большинство наших воинов не могут противостоять магии Мардука, но у зверей есть выдержка. Мне удалось изгнать Мардука более 1000 лет назад. Звери защищали меня, а моей задачей было играть песнь призывающего. После мою скрипку увезли в форт Александра, а звери забрали смычок на медвежий пик. Сейчас звери не особо ладят с имперцами. Время проявить чудеса дипломатии. Короче, друзья, нужна скрипка будет. И что-то там еще. Чтобы она опять могла изгнать. Так, королевская гробница, мы завершили с тобой. Форт Александра, отправляйтесь в заброшенную крепость на северо-западе, где в этих руинах покоится смычок древней скрипки. И вот, ребят, как раз этот появится у нас. Но он мне понравился. Ни с того ни с сего я его призвал, и он как давай бомбить со своей баллисты. Так, куда нам надо идти? Во-первых, прокачаемся. Во-первых, прокачаемся. Так, этот у меня вообще не прокачанный. Подожди-ка. Стоп, 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 стоп. Подожди секунду. Чего у меня так карта мало, не могу понять. Ну давай прокачивать.
И надо будет прокачать нашего Аякса. Пока все. Берем колоду. Так, 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 подожди. Лучница, блин, лучница надо, конечно, прокачивать, наверное, еще получше. Так, Аякс у нас взят. Ну ладно, все, в принципе, здесь нормально у нас. Отправляйтесь в заброшенную. Здесь закрыто, здесь нам пока пропуск не дают. Только не говорю... А, вот здесь? Ну, для того, чтобы здесь ребята драться, мне кажется... А может быть, я из-за этого и не смог их пробить, потому что... Ого! Ладно, Аякс, сделай все, как мы репетировали. Научим этих животных вести себя прилично. Это животные, смотри, крысы, черепахи там. Нифига. Прикол. Ну да. Крысы, черепахи. Так, ну мы их проучим, понятное дело. Никуда они от нас не денутся. Оу, медведи. Давай, 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 запинываем их. Мне нравится, наш Аякс выпрыгивает и оглушает. Вот это, конечно, круто. Ой, они по мне бомбят. На, минус башня. Подрывай. Давай, ты там еле-еле. И так уже башню взорвали. Это был последний Аякс. Хорошая работа. Из нас и правда вышла блестящая команда. Да. Прекрасная команда, друзья мои. Ну что же, значит, здесь мы победили. Оу, да, ребята, 8-й уровень. Нифига, это кто? На Грифоне? Да ладно. Слушай, я срочно бегу на прокачку. Срочно прям бегу на прокачку и хочу... Кто ж ты такой? Наездник на Грифоне. Мощный воин дальнего боя с атакой по области. Атакуя ослабляет врага, оглушает его и наносит дополнительный урон. Ну разве, ребята, это не прелесть? А? Ну это же прям... Это же прям мечта моя. Вот я тебе серьезно говорю, это прям мечта моя. Грифонов я обожаю еще, ребят, с игры Tower Conquest, если честно. Поэтому я его обязательно воткну в наш, извините меня, основной состав. Уберем мы, пожалуй, здесь. Блин, представляешь, мне даже убрать некого. Все хорошие. Может быть, подрывника убрать? Ну, лишь только потому, что он слишком медленный. Он хороший, он против башен вообще идеально, но он медленный. Поэтому добавим Грифона. Так, сюда мы с тобой пойдем обязательно, но сначала надо... Главарь бандитов? О, давненько я с бандитами не дрался. Враг с подветренной стороны. Занять позиции, Аякс. Нам нужно разобраться с этим камнем души. Видишь, тут еще везде разные. Здесь есть волны отбить, есть уничтожить камень, камень вот этот призывающий. Это кто такой? Это что за Шипзик? Слушай, Шипзик Шипзиком, а бесявый он. На тебе. А что он так? Грифон, что ты так медленно двигаешься-то, а? Ты должен двигаться тут, как я не знаю кто. Блин, ну вот Грифон бомбит солидно. Блин, бандит этот убежал опять. А, ну мы сейчас камень разнесем, все. До свидания. Добегался. Он думал, что это ему поможет. Он взял там, вызвал каких-то сопляков мелких, лучников, и бегал тут. Ну, как видишь, у него ничего не получилось. Так, я бы с удовольствием бы, знаешь, что сделал бы? Давай-ка, наверное, прокачаем еще нашего Грифона.
Нет, не грифона, мы прокачаем лучше. Да. Мне нравится, когда конник выходит, он начинает сразу же щитом. Он бьет щитом и отталкивает врагов. Это круто. Так, ну что? Да подожди ты, форт, Александра. Рано мне еще пока на этот форт нападать. Вот, я должен раскачаться, потому что мы тогда с тобой сунулись. Так, опять черепахи. Давай, давай, давай. Так, вызываем мага. Маг, ну куда ты бежишь-то? Вперед, батьки. Впереди всегда должны быть рыцари. Сейчас грифона позову. Ай, красота. Огненного мага позвал. Аякс. Так, лучника. Идем потихонечку, да? Усиление атаки, конечно же. С такой армией нам и башня по барабану. Всех в труху. Ну, иди сюда, иди. Медвежути. Слушай, грифон очень хорошо бомбит. Со своей массовой атакой прям идеально. Е. Вызываю второго грифона. Два грифона, они сейчас будут тут разносить любого. Опа, 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 это кто такие? С барабанами какие-то чудики. А что они стоят? Вот этого не могут. Какой-то мелкий стоит, копьишком там бросает. Эй, смех. Смех и грех, ребят. Ну, слушай, ну отлично вышло. Так, тут награда только лишь опыт. Кстати, еще немножко, и мы с тобой левел ап получим. Поэтому давай-ка попробуем найти противника здесь какого-нибудь ходячего неподалеку. Атаковать его и получить 9-й уровень. А врагов-то, наверное, не осталось, да? А, нет, вон, вон, вон ходят. Мыши-мародеры? Мыши? Точно. А, ну это животные. Давай, пошли. Угу. Так, наверное, я мага позову все-таки. Огненный маг, ледяной маг. О, прекрасно. Плюс лучника еще в поддержку. Давай, выходи. Шикарно. Давай, давай, Аякс, бомби. Вот, ребята, кто говорил, что лучше брать надо было того чувачка, первого героя, я тебе скажу, по-моему, лучница будет намного лучше. Во-первых, она сама стреляет. Плюс нам помогает Аякс. А у первого у нас, у нашего персонажа, который просто с булавой, у него нету поддержки. Так что мне как бы лучница больше зашла. Фух. Так, уровень получим, как думаешь? Ну-ка. Ай, не получили, блин, уровень. Ладно, ничего страшного. Зато мы улучшимся. Нифига у него стоимость. Так, ну это хорошо.
Ну что, попробуем теперь все-таки напасть на замок. На замок я пошел. Ну уж не знаю. Еще не удалось найти древний смычок. Еще нет, но я продолжу искать. Но пока что никаких результатов. Шерсть Аякса вся в паутине. Это точно нужное место. Место нужное, а вот время неподходящее. Похоже, они собираются захватить форт вместе со всеми его тайнами. Оставайся искать смычок, а мы с Аяксом зададим трепку этому мешку с костями. Я нашел старую оружейную мастерскую внизу среди бойниц. Уверен, она еще работает. Это хорошо. Так, тут у нас идут... Там тупик. Крестьяне. А это что тут я должен сделать? А, захватить? Ну да, получается так. Так, это тоже захватить, да? Баллиста готова? Какая баллиста? А где баллиста-то? Блин, прикинь, она... Вон эта швабра, она оживает. Тьфу ты! Засмотрелся. Она оживляет этих мертвецов. Некроманша фигова. Так, я сейчас, знаешь, что попробую сделать? Вот так вот. Да куда ж ты бомбишь-то? Аякс, мы справимся, как думаешь? О, да. А что вот это такое? 1, 2, 3. А, это мы выставляем с тобой защиту. То есть там трое стоит, да? И здесь трое, понял. Погнали. Враг пробил баррикаду? Блин, она убегает. Да блин. Ой-ой-ой-ой. Офигеть, попал. Сзади башня бомбила по мне. Неудачно, неудачно. Так, они уже рядом. Мак, ну что это, ну... Смешной урон ты наносишь, маг. Блин, опять это надо захватывать, а? Пробивает баррикаду, вон оттуда пробивается баррикада. Смотри, какие-то демоны им там он. Опять! Смотри, что происходит. Оттуда почему-то идут они. Вон они, видишь? Ну, как бы получается... Нечестно. Враг пробил баррикаду. Опять, что ли, сюда пойдет? Или где? Они идут туда. То есть они могут отсюда выйти, что ли? Блин, не пойму я. Ты сейчас серьезно? Вот так вот в 3 секунды просто уничтожает мою армию. А это-то что еще такое?
Ты прикинь, тут еще какие-то драконы, блин. О, жесть, жесть. Слушай, от магов очень мало толку, потому что у них очень мало хп, блин. Надвигается опасная волна. Я прям рад этому, это так слышать. Вон там еще бежит волна. По-моему, сейчас, ребята, они... Они откуда-то сейчас нападут. Мак, ну куда ты пошел-то? Слушай, по-моему, сейчас вот здесь пойдут. Ну да. Вон она, эта кикимора. Давай-давай-давай-давай-давай, есть! Ты не сможешь победить меня, у меня тысячелетний опыт. Вы погибнете в поисках этого смычка. И я нашел смычок. Похоже, с танцами покончено, призрак. Наш маг нашел смычок, ты понимаешь? Как бы эта старая ведьма нас не пугала, мы нашли 9 уровень по красоте. А вот, ребятушки, нам и баллиста теперь доступна. Мы достали смычок от скрипки Александры. По словам Александры, скрипка сокрыта внутри медвежьего пика. Разведчики, сообщите Флину, что мы будем на медвежьем пике. Сию минуту, командир. Подготовьте повозку с припасами. Нам придется пересечь бурые тернии. Ага. Оу, и тут, и там открылось. Бурные тернии. Проведите фургон с припасами через бурные тернии, но будьте начеку. Звери в этих лесах не любят чужаков. О, да. Если мы возьмем баллисту, то вместо кого ее взять? Вместо, наверное, ребята... Вместо обычного копейщика. Как бы по мне, я считаю, что это оптимал будет. Да, это будет оптимал. Ну и, соответственно, без прокачки-то куда? Воин дальнего боя при атаке помечает пораженного врага, и тот получает больше урона. Оу. Да, ну ты видишь, что у него урон неплохой, но защита и здоровья очень мало. Поэтому его придется... Всегда держать, друзья мои, на контроле. То есть, чтобы он всегда стоял сзади наших основных войск. Так, друзья мои, давайте мы, наверное, на сегодня закончим эту серию. Я думаю, что вам понравилась сегодняшняя серия и вообще игра в целом. Если что, пишите об этом в комментарии. А мы обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.